сформулировать все это покороче. Я приветствую представителей правительства США в Манхэттене. Меня зовут Виталий Черненко, я известный иммунолог. Я прячусь здесь, в русском консульстве, с тех самых пор, как вы ввели карантин. Занимаясь эпидемией, я смог собрать данные, которые помогут вам создать лекарство или вакцину. Если вы меня слышите, пришлите транспорт за мной и тремя другими гражданами России. Спасибо. У нас наметился прорыв. Виталий Черненко, иммунолог. Он засел в российском консульстве и просит его эвакуировать. Я и не знала, что он в Нью-Йорке. Он может быть нам полезен, доктор? Да, он хорош. Не настолько, как я, но он знал Амхерста, он знаком с его работами, и он умеет смотреть в корень. Надеюсь, он увидит то, что я могла упустить. Значит, он нам нужен. Агент, мы засекли радиопереговоры батальона. Видимо, они тоже получили сообщение иммунолога. Осмотри консульство и постарайся его найти. Мы тебе сообщим, где он может прятаться. Противник.
Внимание! К вам приближается противник. Внимание! К вам приближается противник. Агент, я, к сожалению, не знаю, что конкретно искать. Но Черненко не прекратил бы работать, даже если бы вокруг него рушился мир. Так что заметки, дневники и все такое прочее, ну, понимаешь? Призрак обнаружил неслабую кучу техники. Нахрена русским такие мощные процессоры? Обычно для шпионажа, но Черненко мог использовать их для анализа различных моделей вируса. Скопируй данные со всех компьютеров, там может быть что-то полезное. Внимание! Подключаюсь к сети. Устанавливаю соединение. Мы загружаем его файлы. Что это, доктор? Опа, это же схема РНК. Я еще не знаю, что с ними делал Черненко, но здесь тонны информации по геному. Агент, она нужна мне вся, целиком. Внимание! Обнаружено противодействие. Устанавливаю. Внимание! В доступе к сети отказано. Стоп! Куда все делось? Загрузка файлов прекращена. Нас взломали. Агент, это работа призрака. А значит, у кого-то поблизости он тоже есть. Этот человек — твоя новая цель. Любым возможным способом добудь эту технику. А вместе с ней и файлы Черненко.
получен доступ к системе безопасности. Протоколы безопасности отключены. Двери открыты. Перехват радиопереговоров. Кайот-1, это Шершень, прием. Шершень, это Кайот-1. У меня сработала система безопасности, иду к вам. Не нужно, сэр. Русский заперся в комнате безопасности. Но долго он там не продержится. Здесь ОТГ, но мы с ними справимся. Это не ОТГ. Я иду к вам, конец связи. Место. Я поверил бы вам, если бы вы не застрелили сотрудников консульства. Пожалуйста, уходите. Чёртов русский хер. Что-то там все затихло, не понимаю. Внимание! К вам приближается противник. Виталий, это доктор Джессика Кэндалл из Нью-Йорка. Мы общались в Инсбруке после вашей лекции. Я вас знаю. А вам знакомы мои работы? Доктор Кэндалл, мои записи у вас, они целы? Виталий, все хорошо, мы хотим вам помочь. Откройте дверь. Сейчас. Сейчас я... Виталий, что происходит? Это пробивной заряд. Быстрее, агент! Получен доступ к системе безопасности. Внимание! Перехват радиопереговоров. Это Шершень. Черненко со мной, босс. Я забрал его записи с сервера. ОТГ они не достанутся. Готовы к эвакуации. Отлично. А как там наши друзья? Тут как тот. Разрешайте вступить в бой? Разрешаю. Посмотрим, на что способна вторая волна.
Обнаружена спецтехнология. Провожу синхронизацию. Устанавливаю связь с базой данных. У меня загружаются файлы из призрака, того самого агента. Мне с ними еще долго разбираться, но там есть кое-что страшное. Очень хорошо, что их удалось добыть. Хорошо, да не очень. Черненко увели у нас из-под носа. У меня его записи. Он мне не нужен, по крайней мере, пока. Сколько же тут всего интересного. Это кинжал. По всем данным, эта зона безопасна. Агент, у нас есть новая информация. Спасибо тебе за все. Что ж, впечатляющая работа, агент. У меня бы не хватило сил здесь торчать, если бы я не была уверена, что на тебя можно положиться. Город потихоньку начинает вставать с колен, это видно по глазам людей. По крайней мере, теперь их посещают не только мысли о смерти. Они не знают, что угроза еще не миновала. Бойцы полковника Блисса оказались живучей тараканов. Тебе удалось нанести им урон, но они по-прежнему представляют опасность для города. Они укрепились в здании ООН. И у них Черненко, русский вирусолог, коллега Амхерста. Они держат его там в плену. Фашисты в сердце организации, ратующие за мир. А он шутник этот Близ. Теперь ясно, что батальон причастен к тому, что случилось с первой волной. И мы знаем, что как минимум один агент тесно сотрудничал с Близом. Мы думали, этот батальон и сам по себе страшен. Но если у них есть доступ к технологиям и разведданным спецотряда, они могут уничтожить все, над чем мы работаем. Слушай, мы с тобой знаем, что нужно сделать. Проникнуть в здание ООН и разобраться с Блисом раз и навсегда. Прости, что взваливаю это на тебя. Но выбора нет. Действуй, агент. Тут у меня есть кадры с самим Блиссом. Какой-то пропагандистский ролик. Этот гад обожает звук собственного голоса. Полюбуйся на говнюка. Упускайте свой шанс. Теперь мы точно знаем. Зеленую отраву вывели не в пробирке, а в компьютере. Черненко, приятель Амхерста, изучал оцифрованный геном и программы его модификации в виртуальном пространстве. Амхерст доработал его метод и скормил результат промышленному репликатору протеинов. На выходе получился живой вирус, который для достижения максимально убойного эффекта он мог совершенствовать и дальше. Агент, есть разговор. Боюсь сглазить, но вроде наметился прорыв. Мы расшифровали генный сдвиг в зеленой отраве. Плюс я определила, чьи еще гены Амхерст туда затолкал. И благодаря образцам, взятым у выживших, я наконец-то выделила антитела против нашего любимого супервируса и наметила поэтапный план по вакцине. Так, посмотри-ка. Я бы и сама возглавила разработку, но для этого надо ехать в Ан-Арбор, где нормальное оборудование, а я, как видишь, застряла тут. Ну и ладно. Тут и так найдется чем заняться. Тем более Черненко и Амхерст до сих пор на свободе. И хватит одного достаточно умного психа, чтобы... Обещай, что такого не будет. Прошу тебя. Доктор Кендалл, пройдите в отделение терапии. Доктор Кендалл. Работа не ждет? Эй. Второй эпидемии мы не переживем. Так что...
Идеально. Даже не знаю, как тебя благодарить. Хотя, у меня есть бутылка вина. Мы преодолели большое препятствие. Станция помощи при ЧС позволит раздавать припасы тем, кто в них нуждается. Это здорово. Поговорим, как вернешься. Гляньте сюда! Будет рядом с главным корпусом базы каждое утро в 7:00. Набирается новая группа. Задай им.